Герой спецоперации Александр к Новому году получил от губернатора Андрея Воробьева настоящий подарок. Мужчине вручили жилищный сертификат на сумму более 6 миллионов рублей, по которому он может получить квартиру в любом месте Подмосковья. Выбор военнослужащего пал на новостройку в Одинцове. Глава муниципалитета Андрей Иванов пообщался с новоселом и проверил качество предоставленного жилья. Очень хорошая транспортная доступность. Я думаю, что до МКАДа минут 10-15 машин. Центр Одинцова. Можно ориентироваться по нашему Георгиевскому собору. Это вот самое-самое сердце нашего молодого, развивающегося, красивого города. Локацию, метраж и планировку мужчина выбрал сам и не прогадал. Теперь он обладатель просторной двухкомнатной квартиры с раздельным санузлом в современном жилом комплексе с развитой инфраструктурой. Новый микрорайон, новостройки, но тем не менее уже очень развитый. Здесь уже открыта школа, три детских сада. И дальше микрорайон будет развиваться. Мы как раз за этим пристально наблюдаемся. Компания застройщика выполнила все социальные обязательства. Поэтому появятся и паркинги, будет и поликлиника здесь на территории. Еще будут детские сады и еще будет построена школа. Также был устроен пруд. Современный ремонт в нейтральных тонах отвечает всем требованиям качества. А из больших видовых окон город как на ладони. Как видно? Да, этаж высокий. Видно действительно. Вот это, по-моему, Москва или это часть Сколково. Вскоре все документы будут оформлены. В обычном режиме это занимает порядка 30 дней, но Андрей Иванов дал поручение ускорить процесс и успеть ко Дню защитника Отечества. Мы уже начали собирать документы. Александр знает, какие документы он уже начал собирать. Да, есть какие-то сложности? Нет. Ну и, как и договаривались, чаепитие на Василия вместе с губернатором. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».